В этом году около 2000 студентов со всех субъектов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан, встретились на национальном финале. В составе делегации республики традиционно не обошлось без Казанского федерального университета. Его представили 33 лучших участника творческих коллективов. Сразу несколько творческих групп и студентов КФУ стали победителями и призерами российской студенческой весны в различных направлениях. Одни из них – это Илья Бруяка и Евгений Новиков. Лауреаты первой степени в номинации «Социальный ролик. Отпусти». У нас была новая номинация, ее до этого не существовало, то есть ребята соревновались уже готовыми видеороликами. У нас же была другая задача, нам нужно было на заданную тему уже на месте снять видеоролик. Делегация от Республики Татарстан заняла второе место в общекомандном зачете и стала лауреатом второй степени в направлении региональные программы. В целом мы довольны, результаты у нас классные, нам очень понравился Ростов-на-Дону. Очень понравилось быть частью большой делегации Татарстана, взаимодействовать, общаться с ребятами с разных вузов Казани. И в целом классно, что появились какие-то новые контакты и новые знакомства. Кирилл Мукаев, Федор Пасынков, Ленардо Влетьяров, Универньюз.